Вы платите по европейским тарифам, а мы будем жить на даче Брежнева и есть из посуды Щербицкого. Есть в Харьковской области место, на котором размещается 1,5 миллиарда кубометров газа природного и 320 тысяч тонн нефти. Уверен, вам об этом не рассказывали по центральному телевидению, потому что в 2016 году выдали некой компании разрешение специальное на разработку недр и присвоение финансов. Территория это 2500 гектар земли, то есть это много. Харьковская областная прокуратура узрела в этом неправомерную выгоду некоторых чиновников и обжалует выдачу этого спецразрешения в суде. Все сработает, все сработает. И наши недра вернутся к вам. Вы просто вдумайтесь. 1,5 миллиарда кубометров газа. Загляните в квитанцию по газу, посмотрите, сколько мы платим за газ, по которому ходим.